Népszabadság! Népszabadság – газета для бездомных и малоимущих людей, бьет рекорды по продажам в Будапеште. После того, как в минувшую субботу была закрыта ее владельцем, все 12 тысяч экземпляров были раскуплены сразу же, а в начале следующей недели готовится к выходу еще 13 тысяч. Доходы от продажи этой газеты, левого лагеря, открыто критикующие правительство, идут на нужды бездомных. Журналисты в ней работают бесплатно. Неделю назад, когда люди услышали по радио или телевидению, что выйдет такой специальный выпуск, все тут же бросились его искать по киоскам. Но я им отвечал, у меня его еще нет, как я могу его продавать? И вот сейчас у меня 200 экземпляров. Думаю, что распродам их в течение буквально пары часов, говорит продавец газет. Журналисты, которые нашли себе временное пристанище вместо закрытого издательства, надеются на лучшее. Они возмущены решением владельца и считают его политически мотивированным. Пока ситуация с сотрудниками газеты не будет решена, мы будем едины. Но и после мы тоже останемся вместе. Но потом нам придется думать, по какому пути и как нам двигаться дальше, рассказывает главный редактор газеты. «Népszabadság» вышла как приложение к ежемесячному журналу «Fedelnélkül» – «Без дома». Мало кто в Венгрии считает, что газета была закрыта по экономическим причинам.